Отношения с городом. Радио. Радио. Болтком. Голова – предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Еще раз добрый день, доброе утро всем, кто присоединился к Радио Болтком. Начинается программа «Диагноз недели», и в нашей студии врач, психиатр, психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Да, мы очень часто, как это, еще в советских песнях родина сравнивалась всегда с матерью. И вот эти параллели, которые, ну, наверное, не только там в песнях, в фильмах, но в какой каких-то даже, ну, что-то такое вот есть, что-то общее, наверное, во всех культурах вот такие линии параллели проводятся, общее между родиной и родителями, я понимаю, сегодня мы будем искать. Ну, скажем так, общее в том, как они влияют на человеческие судьбы, на человеческие личности и так далее. Родина-мать, в то же время есть еще и выражение «отечество», связано с отцовским образом, и по-немецкому это «Vaterland», «страна здесь, отцов». Здесь вот именно вот у немцев почему-то мужское начало, а вот если брать русскую культуру, то здесь скорее женское. Тоже «отечество», тоже слово «отечество». Поэтому у родины все-таки понятие такое с неоднозначным гендерными ассоциациями. Когда разговариваешь с людьми, очень часто слышишь: ну, а что вы хотите? Мы выросли там в 90-е. Или мы выросли при советской власти. Некоторые говорят «при совке», терпеть не могу это слово. Или говорят: а вот мои бабушки, дедушки выросли во время войны. И с одной стороны, велик соблазн сказать, что люди личностные проблемы списывают на что-то, на историческую ситуацию, обстановку. А с другой стороны, ведь верно. Ведь на самом деле трудно представить себе, что то, что вокруг нас, та страна, с которой мы себя отождествляем, не влияет на нас. Это было бы, наверное, очень странно. И да, когда люди говорят, что, как-то знаменитая фраза, клишированная, в Советском Союзе секса нет. Но по ее продолжению у нас есть любовь, на самом деле, которая была, которую заглушили. Нет, по-моему, продолжение было: у нас секса нет в кино и на экранах и так далее. По-моему, там речь шла. Но тем не менее, многие это взяли как такой лозунг, долго над ним смеялись, хотя опять... У кого-то не было, у кого был, да еще какой. Это, в общем, зависело от людей. Но все-таки мы знаем известный исторический период, викторианская Англия и та же самая викторианская нравственность, викторианская подавленная сексуальность и так далее. Хотя говорят, что количество вот падших женщин, оказывающих услуги, как раз-таки было рекордным. То есть вот вроде бы джентльмены... С одной стороны, с женами были невероятно в таких пуританских отношениях, но, тем не менее, продажная любовь расцветала пышным цветом. Сексуальность не может исчезнуть. Она всегда куда-то в итоге вытесняется в другую сферу. То есть, ну да, очевидно, если викторианская мораль не поощряла разнообразной сексуальной жизни в супружеской спальне, знаменитый принцип «lady doesn't move», то есть она не должна двигаться в постели, еще показывает свое удовольствие, все это. Вот это ушло в расцвет проституции. Как мы сейчас, к сожалению, наблюдаем гигантское количество скандалов с педофилией в католической церкви. Очевидно, невозможно безнаказанно наложить обет безбрачия на десятки тысяч взрослых мужчин и ждать, что эта сексуальность просто будет подавлена и никуда не вытеснится. Очевидно, все-таки находил какой-то выход.
Ну да ладно, мы немножко отклонились. Я думаю, что по ассоциации с нашими родителями Родина в самые разные ее периоды тоже очень разнообразна. Есть у нас родители жестокие, склонные к тирании, склонные к физическим наказаниям, к тому, чтобы буквально не давать детям лишний раз вздохнуть, бесконечно их нагружать различными заданиями и занятиями, не особо поощрять и так далее. И это, конечно, очень похоже на тиранию в семье, диктатуру. И, наверное, что-то очень похожее происходит по воспоминаниям в странах, где точно такая же диктатура, но в масштабах, когда вся страна является той самой семьей. И обычно диктатор является тем самым патриархом. Это же такой, как священный союз, диктатор-патриарх, а Родина – это женский образ. Это вот сочетание, получается, атмосфера в стране, семье, и люди тоже начинают жить в страхе, люди начинают жить этими же ценностями, подавление, оправдание того, что с ними подобное может происходить. Кто-то, очевидно, бунтует, кто-то находит объяснение, кто-то ищет выход из этой ситуации, но, тем не менее, эта ситуация не может не впечатлить подавляющее большинство. Мы можем взять период, тот самый знаменитый 37-й год и так далее. Это одна часть. Другая часть, допустим, есть такой период, есть такой термин в психотерапии, называется синдром мертвой матери, введенный психоаналитиком Андре Грином. Имеется в виду ситуация, когда мать в семье выросла в условиях депрессии или живет с некой недиагностированной или диагностированной, но не леченной депрессией. То есть она неплохой человек, но она настолько эмоционально опустошена, что она не в состоянии своему ребенку дать то, что ему необходимо. Улыбку, ласку, прикосновение, реакцию на его какие-то поступки. Неважно, похвалить или за что-то поругать, или сделать замечание «так больше не делай», или взять на руки. Какие-то мелкие вещи, тот мелкий контакт с матерью, который жизненно необходим любому ребенку на достаточно длительном периоде. И когда этого нет, на месте матери находится такая эмоциональная черная дыра, с которой невозможно иметь дело, ребенок вырастает вот в обстановке этого эмоционального голода. Он не получает отклика на свое существование, он как бы никак не может понять, что он есть, потому что дети себя во многом воспринимают через внимание, через эмоции родителей. Ну вот я, например, знал такую, у меня проходила пациентка, девушка, ее мама была психически больна, но вся семья, ее родители, мамин муж, папа этой девушки, они старательно делали вид, что этого не существует. То есть мама ухитрилась почти всю жизнь психически проболеть и ни разу не попасть в поле зрения психиатра. И эта девочка, которая ко мне пришла, ну уже девушка, была крайне несчастным человеком. Во-первых, это вот эта эмоциональная пустота, непонимание, почему же так, какое-то ощущение некой горькой несправедливости, ощущение того, что есть мама, но до нее достучаться невозможно. Мама живет в неком своем мире. И девочка была раздавлена, и было непонятно, что такое строить теплые отношения с кем-то. Было непонятно, что такое ощущать тепло к себе, и уж тем более тоже испытывать, давать ему кому-то. Я думаю, что представить себе какие-то периоды, когда
родине вдруг становится не до нас. Вот я думаю, что на самом деле 90-е на это чем-то очень похоже. Когда родина как будто впала в некий хаос и перестала существовать, странные изменения. Вот это мне нравится формулировка у Пелевина, это Generation P, по-моему, где он говорит, что Советский Союз начал улучшаться и доулучшался до того, что полностью исчез. Единственный в истории пример государства, достигшего нирваны. Так вот, было что-то похожее. Вдруг исчезает страна, которая до тебя есть дело, которая как-то регламентирует твою жизнь, которая как-то каким-то образом о тебе заботится, возможно, тоталитарным, авторитарным, но тем не менее, оно о тебе как-то заботится, у них каждый раз подают сигналы, что до тебя есть дело. А тут говорит, живи сам своим умом. А вообще оно ничего тебе не говорит. Оно тебе все изменилось. Тебе вообще ничего не говорит. И ты вдруг понимаешь, что ты как будто брошен на произвол судьбы. Ты даже сформулировать не совсем можешь. Потому что, ну, мы все помним, что при советской власти мы жили, и многим не нравилось происходящее, и многие говорили, что как-то хотелось бы иначе, наверное, хотелось бы иначе. А получили не противоположность, даже не свободу, а как будто ты, не знаю, вот тебя выставили из дома, иди дальше, живи сам. И совсем не все к этому оказались готовы. Совсем не у всех на это оказался какой-то ресурс. То есть вдруг тот самый родительский образ, родина-мать, впала в депрессию, в хаос и стала, возможно, той самой мертвой матерью, которая тебя в упор не замечает, которая раздираема какими-то собственными проблемами, противоречиями и не до тебя. И я тоже, в общем-то, могу сказать, что в работе с моими пациентами есть некий слой людей, которые до сих пор несут на себе отпечаток той травмы, которые на тот момент оказались, возможно, же травмированы вдвойне, потому что люди, которые на тот момент были детьми или подростками, вдруг обнаружили, что их родители тоже впали в растерянность. К сожалению, судьба нас не спрашивает, когда происходят исторические катаклизмы. Вот происходит, и имей с ними дело. И ты можешь говорить, что это несправедливо и нечестно. Ну, справедливость и честность – конструкты, придуманные людьми для отношений между людьми. Справедливость и честность с судьбой, с государством – это очень сомнительные концепции. И я имею дело с людьми, у которых были растерянные родители, которые перестали быть той самой опорой, и когда начали метаться в поисках, как же выжить со всеми эмоциональными перепадами. А над родителями с более высоким уровнем было государство, которое тоже исчезла или стала распадаться и метаться в поиск, каким же мне теперь быть. Советская власть плохо, а что такое капитализм, никто толком не знает. Где-то над ними была еще и успешно исчезнувшая во время советской власти религия, которая тоже давала какую-то структурированность в жизни и опору. И вот люди оказались в этом самом синдроме мертвой матери очень глубоко. Скажу так, что, наверное, религию заменяла в какой-то степени, может быть, вот коммунистическая идеология, которая тоже говорила о том, что мы идем вот по этому направлению. Впереди нас ждет светлое будущее. Нужно немножечко потерпеть, и в результате мы получим то, то и то. И вдруг, когда этого нет, и вдруг, когда человек не понимает, ради чего он, куда мы идем, что его ждет впереди, он, наверное, тоже испытывает какую-то депрессию и растерянность. Наверное. Коммунистическая идеология ведь тоже как-то исчезла не просто так. В какой-то исторической книге я читал, что Древний Рим
перешел постепенно к христианству, как к государственной религии, потому что вот этот набор античных богов люди перестали воспринимать всерьез. Они просто перестали в них верить. То есть для них это количество существ, якобы невероятных и наделенных властью, которые наделены человеческими всеми слабостями, гневом, мстительностью, ревностью, завистью и так далее, они просто перестали в них верить. Ну, мне кажется, что какие-то вещи не могут исчезнуть просто потому, что кто-то провел идеологическую диверсию. Просто люди перестают в какой-то момент верить и ничего с ним не сделаешь. На звонок? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот из вашего разговора я делаю вывод, что детей надо приучать к всяким неожиданным ситуациям в школе и дома. Как разводить огонь без спичек и прочее. Потому что, не дай бог, какая катастрофа будет экологическая. Люди просто от страха умрут. Ничего не умеют будут делать. Спасибо. Ну, это тема для отдельной совершенно беседы. Действительно. Знаете, есть на свете люди, как называются, сторонники выживания. Они готовы к катастрофам, они живут где-то в лесах, у них есть какие-то запасы, они учатся стрелять из луков, охотятся, собирать, жить на подножном корму, делать какие-то... Они куда-то изолируются, но и все живут в каких-то убежищах. Самое смешное, что в какой-то момент они обязательно окажутся правы. Когда-то, наверное, наступит катастрофа, когда все их навыки пригодятся. Очень, наверное, обидно прожить всю жизнь, не дождавшись катастрофы, а жить как будто вот-вот на носу. Наверное, учить детей каким-то навыкам полезная вещь. Вопрос, кто из взрослых на сегодняшний день это помнит. Вот я, наверное, не разведу огонь без помощи спичек, честно вам скажу. Разве что какой-нибудь лупой через солнце, если оно будет, а так, увы. Ну, это прекрасная тема, господи, в таинственном острове Жюля Верна, когда вот какой-то набор необходимых знаний энциклопедических, которые несут вот герои, упавшие с воздушного шара на необитаемом острове, им помогает вот снова возродить всю эту по кирпичикам цивилизацию. Ну, Жюль Верн умело собрал экипаж этого шара. Ну, кстати, Жюль Верн... В тот момент он был пламенным бардом науки и научного мышления. И он как раз своим героям, хотя герои молились, возносили хвалу Всевышнему и так далее, но при этом герои были как раз сторонники научного мышления, научного подхода, и это много им давало. Это вообще свойственно для многих героев Жюль Верна. А, возвращаясь к нашей теме. Что мы еще имеем, какие параллели. Вот этот вот синдром мертвой матери, и многие до сих пор несут отпечаток на себе. То есть ты должен выживать, как ты умеешь. Ты не получаешь от страны любви, ты не получишь от нее подпитки. Есть, кстати, все эти возвышенные фразы то ли Кеннеди, то ли Линкольна. Не спрашивай, по-моему, Кеннеди. Кеннеди, да. Не спрашивай, что ты можешь сделать для... Не спрашивай, что страна может сделать для тебя. Спрашивай, что ты можешь сделать для страны. Так себе подход, на самом деле. Потому что страна как некий алтарь, который тебя приносит в жертву ради чего-то, и не спрашивать, что она может сделать для тебя, это как-то очень однобоко и несправедливо. Это то же самое, что, ну, даже очень бескорыстно любя своих близких, мы ждем от них чего-то в ответ. Мы не хотим быть жертвами, которые просто кротко приносите ради кого-то на алтарь. И, кстати, тоже люди частые в моей практике, которые в какой-то момент решили, что нужно жертвовать собой. Они пусть себе жертвуют бесконечно, на каждом шагу. Они работают на 10 работах и при этом стараются еще дома обо всех позаботиться и все взять на себя. Очень страдают. Поэтому одна из их в итоге душевных ран, даже бескорыстно все это дело, они ждут благодарности и воздаяния. Причем благодарность и воздаяние соразмерного тем титаническим усилиям, которые они прикладывают. А поскольку их об этом никто не просит, вот этом чрезмерном самопожертвовании, в итоге это все рано или поздно воспринимают как должное. Ну, и когда
Как же так? Я столько всего делал, все говорят, ну, спасибо, но никто же тебя не просил в таком масштабе все это делать. Я к тому, что все-таки мы вправе ожидать что-то и от Родины, что она может для нас сделать, и от семьи, что она может для нас сделать, потому что, интересно, мы всегда можем сказать, и многие говорят, что в детстве мне не додали любви, в детстве мне не додали заботы. Поэтому по Кеннеди... Пожалуй, что твоя страна тебе не дала любви и заботы, что это несправедливо? Нет. Наверное, мы можем ждать этого. Буквально вчера я просто пересматривал фильм «Выйти замуж за капитана» и вдруг задумался над тем, что герой Проскурин, у которого действительно очень прямая цель, он говорит, что ему дед оставил в наследство кружку, где написано... смысл, что делай как должно и будь что будет. В этом, что вот служи верно и... И ведь я вдруг поймал себя на мысли, что это фильм 86-го года, через несколько лет, в общем-то, не станет Советского Союза, и я помню, что были же сокращения безумной армии, насколько останется ли он, капитан погранзаставы, какой сложится его дальше жизнь, насколько справедливо ли с ним обойдется его Родина, его служба, которую он посвящает всю свою жизнь, как бы без оглядки. То есть это доверившись, просто как ребенок доверяет родителям, не знаю, когда его учат плавать. То есть ты ложишься, и ты полностью доверяешь тому, кто держит руку у тебя под грудью. Опять говоря о справедливости, мы можем ждать условного понятия от Родины, когда... У Родины все хорошо, когда она мирная, процветающая, богатая и так далее, возглавляет адекватные политики. В этот момент, наверное, мы все получаем. И военные, и рабочие, и торговцы, и бизнесмены, и врачи, кто угодно. Когда у Родины становится как-то все не очень хорошо, то мы начинаем возмущаться, и, наверное, справедливо, но я думаю, тут мы опять приходим в этот... Тот самый экзистенциализм, что в итоге мы живем, каждому нужна отвага, чтобы выживать в этом мире полном неприятных сюрпризов, в которых все кончается плохо. Как раз это абсолютно то, что нам пишет слушатель. Не будет понятия справедливости и честности, будет как у животных, кто сильнее и опаснее, тот всех держит в страхе быть сожранным. Не совсем так. У животных, возможно, так, хотя и животные тоже объединяются в стаи. И проявляет милосердие. И человечество, общество было выстроено, когда нас много, тот, кто сильнее и опасней, неважно, это саблезубый тигр, мамонт или еще кто-то, а мы можем что-то противопоставить. Наверное, опять наша Родина, она так и образовалась, из сложения места, людей, которые ее населяют, и людей, которым те, кто ее населяют, доверяют правление, этим местом и заботу о себе. Со временем наше общество развивается, наши требования к Родине, как и к родителям, тоже изменялись. То есть на самом деле, если мы подумаем, когда-то чего люди ждали от Родины? Вообще, понятие Родины было очень условно. Люди жили в каком-нибудь деревне или городе, был правитель, вот тебе и вся Родина. И что люди доверяли Родине? Защиту от врага. Тебя собирают налоги, на эти налоги содержат армию, которая тебя защитит, если будет какое-то нашествие или какое-нибудь бедствие, или застья, помогут, пожалуй, и все. Так же, как и дети когда-то ждали от родителей, что их выкормили, желательно какому-нибудь ремеслу научили, или отдали ученику, куда-нибудь выставили дальше жить собственной жизнью. Но, в общем-то, и наоборот. Что ждут родители от нас, что ждала когда-то Родина от нас? И сейчас, наверное, чего-то ждет. Когда-то родители от детей чего ждали? Детей надо было родить побольше. Пенсионной системы не существовало. Ты должен быть, во-первых, наследник, которому что-то передать, если есть что передать. И должны быть те, которые тебя, как бы, старые, без помощи будут содержать, кормить, и ты не умрешь на улице. И, наверное, Родина тоже своих граждан чего-то похожего ожидает. Когда есть баланс в семье, отношения родителей с детьми двусторонние, и Родины со своими гражданами двусторонние. Этот баланс поддерживается в те краткие исторические периоды, когда он есть, да, все хорошо.
Все какие-то есть мелкие претензии друг к другу, без них не обойтись, но, в общем-то, все хорошо. А вот когда начинаются тяжелые времена, вот тогда опять мы задаемся все теми же вопросами, что Родина сделала для нас и что, собственно говоря, мы должны ей. И более того, как происходит в моем кабинете, лизаться вопросами, как же на мне сказался тот или иной исторический период и то или иное отношение Родины ко мне. Пойди предъяви претензии к Советскому Союзу или к 90-м годам, когда страна начала распадаться и трансформироваться. В общем-то, некому. Можно ругать Горбачева или боготворить Горбачева, это и разные взгляды на это. Но при всем при том, в итоге мы упираемся в то, что Родина-то, какова она есть, родители таковы, как они есть, адаптация, проживание трудных, катастрофических периодов истории, и мы вынуждены иметь дело с последствиями. Наверное, максимум, что мы можем сделать, это осознать, как эти последствия сказались на нас, и что мы с ним можем сделать. Совершенно бессмысленное занятие возлагать на кого-то ответственность. Есть такое понятие в психологии – внешне обвиняющая позиция. В моих бедах всегда виноват кто-то другой. Есть другая крайность – во всех проблемах ищи вину только в себе самом. И это тоже не очень справедливо. Я помню, когда-то еще, когда как раз только конец 80-х, когда на пике было разоблачение советской власти, сталинизма и т.д. и т.п., и нас вызвали... Какой-то алкоголик вызвал нас на похмелье бригаду скорой помощи себе помогать. Естественно, был встречен без восторга, потому что целая бригада приезжает, просто потому что человек мучается похмельем. Когда ему высказали недовольство по этому поводу, он с пафосом ответил: «А что с нами делали 70 лет?» То есть, в общем-то, в его алкоголизме, в его похмелье оказалась виновата советская власть на протяжении всех своих 70 лет. Что тоже достаточно странно. Так вот, наверное, то, что нам самим с собой и для себя стоит делать, это продолжать вслушиваться в себя и понимать, наверное, что произошло. И, наверное, мы своих родителей начинаем понимать только когда мы становимся взрослыми. По-настоящему взрослыми, когда мы сталкиваемся с теми же проблемами, с которыми сталкивались родители. Ну, в другой исторической реальности, но тем не менее. И, наверное, понять, как на нас сказалась историческая ситуация в стране, в которой мы выросли, это тоже требует времени. Это требует некого понимания истории. Это требует некого понимания своего места в жизни. Это требует, наверное, опять какого-то понимания, насколько ограничено понятие справедливости и честности в отношении тебя с государством или тебя с природой. Где-то недавно была статья, что нынешние дети, которые вырастают, они будут сталкиваться с какими-то природными катастрофами. Не урожай, жара, холод, наводнение, извержение вулканов примерно в 3 раза чаще, чем это было лет 30 назад. То есть тоже можно жаловаться на справедливость или нет, но это то, что предстоит проживать. К чему я затеял сегодняшнюю беседу вообще, вот эта вот параллель между родителями, семьями и Родиной, и страной? Наверное, она все-таки очевидна. Наверное, нам куда проще понимать себя в отношениях с родителями, а вот в отношениях с государством и в отношении к себе сложнее. Вот вы же тоже проживали все эти годы и все эти катаклизмы. Вот как вы, Олег, на себя ощущали все эти перепады? Очень болезненно, потому что 90-е пришлись как раз к
тому времени, когда я получил профессию, которая вдруг оказалась, ну, в общем-то, не нужна. И, ну, это был очень болезненный период, как вот, не знаю, змея сбрасывает кожу, нужно было искать что-то вот совершенно другое. То есть то, к чему ты себя готовил на протяжении там, института, аспирантуры, вдруг оказывается ненужным, неважным. И это абсолютно другой мир, вот, к которому ты себя не готовил. Я думаю, что это можно сравнить, ну, отдаленно, конечно, я понимаю, условно, с технологией, но с каким-то вот с революцией, условно, 17-го года, когда тоже вот старый мир рухнул, и люди оказались совершенно, может быть, многие не готовы к тем переменам, которые их ожидали, и болезненным, мучительным совершенно каким-то устройству нового мира. Да, я помню это, я помню и растерянность моих родителей, когда наступили вдруг перестройка и 90-е, вдруг некая иллюзия стабильности рухнула. Я помню собственную растерянность, это ощущение, когда зарплата, которую ты получаешь, будучи врачом, не покроет вообще ничего в этой жизни. Ну, примерно как и архивистом, когда вот я получал, я очень хорошо помню, 25 латов. Это была зарплата архивиста на тот момент. Вот, наверное, какие-то параллели между семьей и страной. Я в нашей передаче уже говорил, я очень увлекаюсь китайской историей, и вообще китайской культурой. И в одной из лекций китаиста Алексея Маслова мне попалась интересная мысль, он ее неоднократно повторяет, что китайцы, в отличие от нас, всю свою историю воспринимают целостно. Если мы посмотрим на наше восприятие истории, сначала был проклятый царизм. Россия, жандарм Европы, душительница, вот так далее. Его сменила советская власть, которая, пробыв некоторым, тоже оказалась страшным экспериментом. И появилось вот это слово «совок», которое все произносят с большим презрением. То есть мы, кто-то опять начинает отрекаться от той структуры, вырос и культурно все. Это тоже неправильно. Потом наступили зловещие 90-е, и кто-то уже начал советскую власть вспоминать с ностальгией. Потом наступили новые времена, появилась независимая Латвия, и вот все. Вот, каждый отрезок прошлой истории отвергается как нечто чужеродное, зловредное и так далее. Вот китайцы к своей истории так не относятся. Какие бы там ни были противоречивые фигуры, там Мао Цзэдун, первый император, это Цинь Ши Хуанди, который прославился крайней жестокостью. И еще множество разных событий. Это вот, по словам Маслова, который всю свою жизнь занимается Китаем, китайцы следующий подход. Это все часть нашей истории. Это все сделало нас такими, какие мы есть. Это все внесло в наш вклад, в формирование нашей цивилизации, нашей культуры, наших семейных, не знаю, ценностей и так далее. Ничего этого не отбрасываем и не отказываемся от этого. Я думаю, что примерно такое же отношение подобает, относясь к собственной семье, к собственной родословной. Да, наши родители бывают не идеальны, сами мы как родители бываем не идеальны. Да, есть многих из них в чем упрекнуть. Есть родители, а также бабушек, дедушек и так далее. И можно их за что-то осуждать. Но опять это они, это поколение наших предков, и тех, которых мы помним, кого мы не помним, благодаря которым мы стали теми личностями, которыми мы являемся. Со всеми нашими плюсами и минусами, со всеми нашими какими-то вещами, которым в родителях стоило бы подражать, которых не стоило бы. И плевать в их сторону и говорить, какие они ужасные люди, это очень модное занятие, надо осудить родителей. Оно столь же модное, сколь и бесперспективное.
потому что категорически от них отрекаясь, ты отрекаешься от большой части себя. А что на том месте, от чего ты отрекся? Пустота, а чем ты ее заполнишь? Большой вопрос. Мне кажется, это вот параллель в восприятии истории страны, в которой ты вырос, и восприятие истории семьи, в которой ты вырос, это очень схожие вещи. Это не категорическое отрицание, а переосмысление, прочувствование. Это помогает и нам самим стать более целостными личностями, и в общем-то целостность также передать нашим детям. Возможно, не повторяя ошибок страны, в которой мы росли, или семьи, в которой мы росли, вот это ощущение целостности, оно дорогого стоит. Спасибо большое. Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр, психотерапевт и программа «Диагноз недели». До следующего понедельника. Всего доброго.